Наша жизнь состоит из мелочей, малого. Обращаем ли мы на них свое внимание? Как мы к ним относимся? На самом деле мы не должны о них не только забывать, но наоборот, мы должны концентрироваться на мелочах в послушании нашему Господу Иисусу, потому что Он сказал, что верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Если мы не верны в малом, тогда мы не будем верны и во многом. Это истина. Какое наше отношение к мелочам, малому? Обращали ли мы свое внимание на мелочи в нашей жизни до этого момента? Посвятить свою жизнь Иисусу, отдать Ему контроль над своей жизнью, над своим временем – это малое, что мы можем сделать. И мы должны это сделать, потому что это самый лучший выбор в нашей жизни. Я говорю это из своего личного опыта.